Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 308. События дня. Эпиграфы. Притча 16.7. Когда Господу угодно пути человека, он и врагов его примиряет с ним. За 15 октября 2016 года. И далее ролик. Автор Михаил Кальмаев посвящается всем ушедшим из православной церкви. Ну и далее к эпиграфу еще два про женщин. Сирахов 42.14. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, женщина, которая стыдит до поношения. Екклесиаста 7.26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Ну, а сейчас начнем с моего мира. Вот мой мир. На него я переношу все, что ставится на нашем видеоролике. Сегодня житие и страдания Киприяна и Устины. Сейчас у нас на моем мире 4563 видеоролика. А это наш форум. И вот Роман Фроликов вышел, он приезжал летом. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я уже крещен по всем канонам. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Подскажите, по какой форме написать справку до миссионерства мной? Буду благодарен за помощь мне, Игнатий Тихонович. Понимаете, вот по какой форме? Здесь необходимо сказать, это возможно только там, где зарегистрирована община. Вот у нас свидетельство о регистрации нашей крестовоздвиженской общины. Министерство юстиции Российской Федерации свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации. Это копия. Вот когда такая будет, и чтобы это выдал священник, ну, покажи дальше там все. Когда перевернуть надо будет. Переворачивайте. Вот, переворачиваем. Вот теперь здесь. Местная религиозная организация православных христиан Крестовоздвиженской общины города Барнаула. Зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации некоммерческой организации от 7 августа 2012 года, учетный номер такой-то, адрес где, удостоверение номер 5. Настоящее удостоверение подтверждается, удостоверением подтверждается, настоящим удостоверением подтверждается, что член местной религиозной организации православных христиан Крестовоздвиженской общины города Барнаула Колесников Никита Андреевич, паспорт серии такой-то, выдан тем-то, там-то, тогда-то, прошел курс обучения и имеет право осуществлять миссионерскую деятельность от имени местной религиозной организации православных христиан Крестовоздвиженской общины города Барнаула. Основание – февральский закон от 26.09.1997 года, номер такой-то, о свободе совести в религиозных объединениях. Решение церковно-приходского совета местной религиозной организации православных христиан Крестовоздвиженской общины города Барнаула от 31 июля 2016 года. Староста Лапкин Игнатий Тихонович, настоятель Лапкин Яким Тихонович Яким и секретарь Марина Геннадьевна Дебунова. Наша печать стоит. Примечание. Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято 6.12.1991 года. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 18.12.2012 года за основным государственным регистрационным номером таким-то. Все. Вот теперь
справка показала. Ну, кто может, наши ходят, уходили в воскресенье, никто нигде не спрашивает. Но это не означает, что так будет всегда. Ну, дальше тут вы на кого? Это моя. Какой номер? Точно так же все. Вот паспортные данные, когда кем выданы. Вот мы уже выдали. Я сейчас скажу, сколько. Так. Сколько у нас получится? Кому выданы? Выданы уже 15 свидетельств. Это вообще здорово. Наша община очень маленькая. Если 15 человек... Ну, видите, так написано, миссионерская деятельность. На миссионерскую деятельность это потянет ли кто? На благовестническую. Ну, у них так в документах надо показывать. Вот так, Роман, дела. Ну, раз крестился, значит, ну, ответственность за крещение на ком-то будет. Чтобы жил по-христиански. Вот. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Вот пока говорил, еще два комментария написали. Ну, у нас просмотров 4 114 242. 5098 подписчиков. 100 уже, считай. Показать. Ну и главный почти ресурс у нас. Сайт библейский православный. Во свете Библии. Сегодня зашел один человек. Поговорили. Ни о чем. Это тоже будет ролик. То есть пришел и спрашивает совершенно не о спасении, а ем ли я фасоль. Понимаете, это вопрос сложный. Теоретически-то я ем, да его и нет фасоли. Это моя мама приехала и говорит, батюшка на исповеди спрашивал, не ела ли журавля. Я говорю, ты поймай его сначала, мам. Если батюшка будет так спрашивать, что ты, не воровала ли шпала из-под поезда, не рукой не сбивала ли спутники, ты чистая, тебе радостно, ты этого не делала. Сначала надо посмотреть. А главное-то вопрос не в этом. Живешь ли ты по-христиански? Являешься ли живым светом свидетельствовать о Боге? Стараешься ли нести свет в этой тьме? Вот об этом надо подумать. События прошедшего дня у нас... Вот мне стало полегче, у меня плечо болело. Вот. Я Роману ответил, что ответ тебе будет дан именно вот за 15 число. За 15. Ну, Господь благословил, день прожили. Вчера мне пришел наш врач, какую-то мазь принес, потерли. Она болит-то болит, плечо. У меня 55 лет назад руки крутили. Представители некомпетентных, видно, органов. Я их документы не видел. И рванули вниз руку выверченную. И, видимо, нерв порвали. И вот 55 лет, оно у меня болит, эта рука болит и ноет, и, как говорится, к непогоде. А тут что-то я то ли застудил, или что, невозможно же задеть. Ну, сейчас вот уже начал маленько трогать. И руку уже до головы поднимаю. Ой, дает. Вот все события за этот день. Батюшки еще нету, еще он ездит как паломник по монастырям России, Украины, Белоруссии. По друзьям. А мы здесь ждем его, когда он приедет. Снег уже выпал. Забота. Пасет ли Никита там? Как будто не пасет. Я тут вожусь с голубями. Помаленьку кормлю, лажу тут и прочее. Вот и все наши события за этот день. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.